Всем доброе утро. У меня здесь завтрак для Дани. У нас сегодня пятница, 15-е. И садик у нас сегодня не работает. Ты уже выпил чай? Садись давай. Доброе утро. Все, приятного аппетита. Вкусно? Что-то он сегодня неразговорчивый. Я себе сделаю завтрак с белка. Я сейчас завтракаю только им. И я достала уже яйца. Сейчас буду делать бисквит. Мне нужно сделать тортик, так как у моего двоюродного брата день рождения. Но я туда не пойду. Я не хочу сама себя дразнить. Но торт я сделаю. Белки от желтков я отделила. В белок прям чуть-чуть соли. Один пакетик ванилина. Я, в принципе, уже много, ну как много, немного, но рецептов 3, наверное, тортиков у меня уже есть. Так что, если кому интересно, приходите. Кстати, вот этот бисквит тоже. Я не знаю почему, но вот этот бисквит с кремом просто просят у меня все. Что-то он всем очень нравится. Ну и все, теперь взбиваем. Все, готово. Желтки мы просто добавляем и чуть-чуть их там перемешиваем, и все. Я уже подготовила две вот такие вот штучки, так как, ну, как бы мы не едем на день рождения, сделаю еще маленький тортик, чтобы дети дома покушали. Один корж уже готов, такой вот он толстенький, хорошенький получился. И я уже сделала маленький еще один. Видите, вот так постукивать нужно, чтобы выходил воздух. И я прохожу всегда шпажкой, вставляю посередине и вот так по кругу делаю пару раз. И выбиваем воздух. И теперь можно отправлять в духовку. Мне тут пришли 2 пакетика. Сейчас покажу, что там. А в пакетике еще пакетики. Итак, смотрите, что мне пришло. За поезд извиняюсь. Там машинка сушит. Значит, заказала себе вот такую бутылку. Брать ее с собой. Она вот здесь откручивается. Сейчас попробую все это делать одной рукой. Откручивается. И получается что-то типа стаканчика. Можно наливать, пить. И вот здесь для лекарств. Так, открываете. Сюда можно ложить лекарства. То есть в дорогу. Прям самое то. У вас сразу будет и пить с собой, и лекарство. И эта штучка, она... Вот. Эта штучка для таблеток, кейс такой, он вытаскивается. То есть его можно взять отдельно там. В общем, и вот так потом задвигается. Но мне одной рукой не очень это удобно. Очень не воткнула. Но суть понятна, да, этой бутылки. Дальше. Еще один такой кейс. Только здесь уже получается на 2 недели, либо на утро-вечер. Утро-вечер. Это будет мой вариант, потому что у меня как бы будут таблетки теперь и на утро, и на вечер. Особенно после операции. Да и сейчас у меня уже будут, получается, я точно знаю, вот эти таблетки. У меня будет кальций, и у меня будет еще от желудка мой пантопрозол. В общем, да... Это возраст, что я могу сказать. Закупаемся кейсами для лекарств. Потом, вот эта штучка, я надеюсь, она будет делать то, что нужно. Смотрите, я вам сейчас покажу, для чего она. Вот, например, у меня вот этот тепих, он не пылесосится от Васиных волос. Это вечная катастрофа. Видите? Собирает. Я знаю, у моей тети есть такая, я поэтому ее заказала. Ну да.
О, да. Потому что я задолбалась, пылесос почему-то не берет отсюда волосы. Видимо, ковер такой, я не знаю, смотрите. Ну, шик же. Шик-шик. Бася! А если тебя эта штука расчесать, что будет? Вот, видите? И вот это постоянно не убирается. Смотрите. Это же... Это больше, чем я видела. Смотрите. Вот это да. Ну все. Правда, смотрите, он аж темнее стал. Это что, в нем столько всего? Офигеть. Да-да, Бась, твои волосы. Слушайте, ну пару раз провела, смотрите, сколько мусора. Шикарно. И я себе заказала еще вот такой кошелечек. Свой любимый кошелек от Louis Vuitton я никак не починю. Его нужно отнести в мастерскую, чтобы ему там замок починили, либо поменяли. Но я решила заказать себе вот такой вот кожаный кошелечек. Выглядит неплохо. На ощупь он приятный. У нас здесь один отдел для карточек. Классно. Вот, в общем, там сюда денежки, например, положить, сюда карточки, хорошо. Тик-ток? Да уж. Здесь отдел для мелочи. И здесь еще один отдел. Много-много денег складывать. Еще один отдел для карточек. Мне кажется, шикарненько. Ну, он можно сделать широким. Даже в один отдел, я думаю, можно будет положить телефон. Я, правда, на него сейчас... снимаю. Да, вы поместились. Нормально. Там супер, он сюда лег. Телефон шикарно ложится, несмотря на то, что у меня Pro Max. Все, супер. Я довольна. Как вы видите, я уже телепортировалась в машину. Я сейчас еду на ваксинг. Бисквиты оба готовы. Я так подумала, как бы сделаю два, один сделаю совсем такой небольшой, потому что так как мы не идем на день рождения в субботу, то я так подумала, ну, сейчас мои дети посмотрят, как я буду делать этот тортик, и останутся без тортика, поэтому решила им сделать маленький. Ну, как бы, если страдаю, ну, не страдаю, нет, я не страдаю, это неправильно. Я себя чувствую достаточно нормально. Ну, если мне нельзя, это не значит, что моим детям тоже теперь это не надо. Поэтому я решила сделаю им небольшой тортик для дома. Может быть, Элли с Ильясом еще и сходят в субботу. Я не знаю, зависит от того, когда Элли вернется с тренировки. И да, я, по-моему, уже сказала, что я еду на ваксинг. У меня память вообще какая-то куриная стала в последнее время. Но, ребят, я хотела бы сказать огромное всем спасибо, кто меня поддержал, когда вышел влог, где я ехала к своему домашнему врачу, где все как-то было непонятно, где я нервничала. В общем, правда, спасибо за поддержку. Мне очень-очень приятно. И вы мне задавали вопросы и писали, что покажи белок, покажи витамины, чем ты питаешься. Я вам обязательно все покажу и расскажу. Это даже не обсуждается, вы все увидите, так скажем, в одном видео. И сможете худеть вместе со мной. Все, я сходила на ваксинг, зашла сейчас на такой турецкий базарчик, взяла арбузик для детей, и для тортика мне нужна ежевика и малина. Все, теперь можно домой ехать. Пришла домой, быстренько помыла посуду, сейчас еще включу машинку. И разогрела себе кушать, буду доедать свои овощи в духовке с бульоном, который я делала. И второй мой шейк буду пить. Время сейчас уже 10 минут четвертого. Я сегодня немножко запозднилась, но это первый раз, что я сегодня буду что-то кушать такое вот
нормальная, так скажем. И, наверное, это будет последний раз, потому что в основном я кушаю один раз в день и питаюсь только на этих шейках. В общем, я уже даже и не доедаю, но шейк я свой обязательно выпила. И, в принципе, я сыта, поэтому буду сейчас продолжать делать тортик. Он не подгорел, он подрумянился, но не сгорел. Нормально все. Вот. И, да, буду сейчас делать крем. Я разделила коржи на три части, и этот, пропитала простым молоком и нанесла тонкий слой крема, сделала бортик мешком. И сейчас у меня пойдет сюда в середину малиновая конфея. Я специально сделала его немножко пожиже, чтобы при разрезе он немножко как стекал, знаете, по кусочкам. Так что все вот так вот слои я буду делать. И сверху на конфи чуть-чуть еще крема сделаю, как бы типа шапочку накрою. И потом так буду слой за слоем продолжать. Если у вас нету вот этой прозрачной пленки, сейчас вот в голове не помню, как она называется, на А как-то, не акрил, нет. В общем, если у вас ее нету, просто пергаментная бумага для выпечки. И сверху кольцо. И все готово. Сверху я одела пленочку прозрачную, чтобы он не заветрился сверху. И все, отправляю его в холодильник. Да, да, стой, подожди. Кашель, Аня, значит, это кофф, да? Да. Это вот такой кофф. Это стекло. Это пивают кофф, да? Это малина. Это кофф пивают. Все, выпросили у меня тортик. А я хочу пыль-гой. Я хочу пыль-гой. Слышала, еще один делать. Я хочу пыль-гой. Нету другого. Видишь? Пыль-гой. Все. Эти двое будут кушать тортик. Эля потом придет, тоже будет кушать тортик. А мне нельзя. Спасибо, все, иди. Вот такой вот он внутри. Но он еще, кстати, недостаточно постоял. Ему еще бы постоять надо. Ну, детям предостаточно будет. На сторону. Она тебя ударила. Нет. А моя машина. Чао. Молодцы, играете. Я сейчас занимаюсь снова делами. Заправила кровать заново. Смонтировала уже вложик на понедельник. Мне почему-то так на данный момент удобно, что у меня влоги выходят, ну как-то у меня так недобровольно получается, что влоги выходят понедельник, среда и пятница. Иногда, конечно, на воскресенье попадаю. Но посмотрим, может быть, найдем какой-то ритм. И я сейчас пью здесь свой белок. И уже миксером взбила ганаш. Сейчас достану тортик и буду его покрывать первым слоем ганаша. Потом поставлю опять его в холодильник. Тортик. Первый ганаш слоя схватится. И потом достану, ну, может, через полчасика, через часик. И буду наносить уже основной слой ганаша. Я вам, кстати, не показывала. Я говорила, что типа мы его сделаем вместе, но у меня не хватало времени. Я его побыстро делала сама. Торт, который я делала на те выходные для Эли, для ее тренировки там. И я вам его покажу. Такой вот он у меня получился, зелененький, но такой был заказ. Таким я его и сделала. Поэтому, да. Что, буду делать дальше. Кабай, сюда приду. У меня тут остались еще. Что это? Дерзай. Это мне? Это тебе кусай. Нет, ты будешь сам кусать. Кузненька? Ежевика с малиной. Чему шлюватки? Время уже 15 минут 9. Сейчас уже скоро пойдем спать, да?
Хотела бы еще кое-что с вами, так скажем, обсудить. Я почитала ваши комментарии, что вы тоже хотите со мной худеть, что вы тоже хотите белок и эти витамины. Это все классно, это все круто, но я бы вам не советовала делать именно такую диету, которую делаю я, то есть сидеть только на овощах и на этом белке, потому что... Может быть такое, что вы похудеете, вы добьетесь там какого-то результата, но когда вы перестанете делать эту диету, а вы перестанете, потому что всю жизнь жить так невозможно, то как бы не вернулось вдвойне. Поэтому питайтесь просто правильно. Возьмите себе этот белок, пейте его там утром и, например, на полдник. А завтрак, обед и ужин просто питайтесь правильно. Уберите сахар, уберите мучные продукты. И все это уже будет большой плюс. Ну, вы сейчас, наверное, скажете, ну, почему же ты не сделала этого сама? Я это все делала. Я занималась спортом, я делала диеты, ну как диеты, правильное питание пробовала. На мне это не работает. Те, кто смотрит меня уже немножко подольше, знают, что у меня вес, он просто стоит, и я не зря иду на эту операцию. И сейчас, сидя на этой диете, я снова получила для себя подтверждение, что я иду правильно. А вам, девчонки, если вы действительно, у вас сильно большой вес, у вас, допустим, BMI больше 37 или там даже 36,5, то, я думаю, у вас в городе также есть такая программа, на которую хожу я, Adipositas программ, или, например, если вы живете в деревне, в ближайшем городе, по-любому что-то есть. Сигнализация какая-то. В общем, это я вам хотела сказать, чтобы потом вы мне не сказали, ага, ты вот делала, мы за тобой, а теперь вот у нас ничего не получилось или стало еще хуже, поэтому... Каждый должен найти свой путь, но вот этот белок и эти витамины, они действительно не повредят. Мой торт готов. С ягодами, немного золота, тут немножко блесок. В общем, такой вот он у меня получился. Ничего такого сверхъестественного. И все. Даня спит, Элли пришла домой с тренировки уже давно. Илья сегодня ушел ночевать к другу. В общем, время 11:30. Я тоже буду ложиться, я уставшая. Так что всем спасибо, всем до следующего раза и пока-пока.